Почему не сказал, что руки поставьте на пояс, ноги сделаем вместе. И найдем себе правую ногу. Весь тело перенесем на правую ногу, а левую выведем вперед. И вращение будет на руку. То есть смотреть на левый носок, то против часового. Начнем с суставной гимнастики, она по-английски называется сукшавьяма. Улучшается суставная смазка, кровоток и здоровье тех органов, которые находятся в области сустава. Получается вращение, когда будете делать сами, где-то около 11 раз. Вперед вовнутрь. Пристали пятку к пятке, носочек к носочку, глаза прикрыли. Ну и несколько секунд понаблюдайте, чем левая сторона отличается от правой. Йогу от обычной физкультуры отличает вот эта осознанность того, что происходит с нами. Улыбнулись, почувствовали левую ногу, перенесли на нее вес тела и правую и высоко. Вращаем на ногу. И смотреть на носок, то по часовой. Тщательно. Дышим свободно. И вовнутрь. Представили. Пятка к пятке, носочек к носочку, глаза прикрыли. И обратили внимание, что правая сторона и левая в ощущениях начинают походить одна на другую. Улыбнулись, глаза открыли, руки вниз и вперед. Сейчас кисти должны быть постоянно плотны, ладошки должны быть натянуты. Пока на свободном дыхании не привязываю ни к вдоху, ни к выдоху, на себя и вниз. Когда вниз, обратите внимание, что ладошка не собирается, горсточка. И можно в режиме свободного дыхания, а можно вниз выдох, на себя вдох. Дыхание естественно. Теперь руки к себе, пальцы растопырили, сильно. И сохраняя растопыренность пальцев, я пускаю локти до упора вверх, до упора вниз. Если выполняется все правильно, то локти начинают немножко ныть от напряжения. Когда идет вниз, ладошка, горсточка не собирается. Теперь отвели в сторону и пальцы собрали словно когти у тигра. Раз. А потом кончики пальцев щипнуть и потянули в сторону ветра. Все это только. Раз. И два. Если получается легко что-то не доделать, по идее, это все с напряжением. Вдох вверх, выдох вниз. Мягко руки вниз, на пояс. И приподнимаемся на носочки. Сейчас пятки до конца не опускаю вниз. Чуть присесть, чуть приподняться. Так в районе 21 раза вам считать не надо, вам нужно следить за тем, чтобы пятки не касались. И опять мы либо дышим естественно для себя образом, либо вниз выдох, вверх вдох.
активные зоны ступни, что прекрасным образом сказывается на общем самочувствии организма. Плюс профилактика плоскостопия, а наши ступни связаны у нас напрямую с позвоночником. Позвоночник со всеми внутренними органами. Разворачиваем основание ладошек вперед и первые пошли кулаки на себя. Потом локти немножко прижимаются к себе и сильным напряжением до легкой дрожи ведем кисти к плечам. Обратите внимание, что косточки тянутся к плечевому суставу. Потом мягко вниз. И руки слегка разворачиваются. Вот это все надолго вдохи. А вот это на мягком выдохе. Кровеносные сосуды в запястьях, руки высыпают в подмышках, получают нужную нагрузку. Наши руки связаны с грудной клеткой, а там находятся и легкие, и сердце. Все это получает мягкую стимуляцию. Если тяжело в режиме вдоха-выдоха, то на свободном дыхании главное вверх сильное-сильное напряжение. Есть мягкое расслабление. Мы от суставов нашей конечности потихоньку двигаемся к середине нашего тела, к грудному отделу. Еще сильнее напряжение. Потихоньку закончили, руки расслабили, ладошки положили на бедра, глаза прикрыли. Расслабляем мышцы лица, уголками губ, улыбаемся. Сохраняя улыбку, глаза открыли, руки на пояс и нашли в себе правую ногу. Правая нога отставляется сзади на косточку большого второго пальца. Вот. Не сильно далеко назад. Мы присели, должен тянуться подъем ступни правой. И приподнялись. Вниз на вдохе, вес тела на правую ногу, вверх на выдохе. Самостоятельно регулируйте нагрузку, и задача все делать с напряжением. Сейчас поменяемся. Помню, вниз вдох, вверх выдох. Здесь задача. Подъем.
Снова улыбнулись, снова руки вперед. Пальцы такие жесткие. И сильным напряжением будто подтягиваете к себе вагон по рельсам. Раз. В конце движения подраскрываем грудную клетку. Чувствуем лопатки. Потом вверх вниз. Ноги вместе. Раз. Долгий вдох. Мягкий выдох. Выдох. Вдох. Мягкий выдох. Здесь свободное дыхание. Выдох и пошел вдох. Медленно-медленно. Пальцы жестко напряжены. И выдох. Выдох. Вдох. Выдох. Небольшой вдох. Небольшой выдох. Пальцы жесткие. Вдох. Выдох. Руки. Выдохнули. И пошел вдох. Выдох. Руки. Раз. Тянем, тянем. Выдох. Раз. И потянули. Выдох. Прикрыли глаза, стоим. Расслабляем мышцы лица, мышцы вокруг глаз. Обращаем внимание, что нового появилось в организме, в ощущениях. Что-то как-то это для себя обозначив. Улыбнулись, глаза открыли, руки. Плотный замочек сзади, плечи вверх и назад. Все тело натянуто. В этом натянутом положении голову вниз, а потом не запрокидывая, просто лицо поднимаем вверх. Вниз это выдох. Вверх вдох. Что когда назад мы не пережимаем шею, просто лицо вверх поднимаем, мягко. А вот когда вниз, сильно тянем. Этого достаточно. Поправили плечи. Локти потянули один к другому. Ворот и голова в одну сторону. В конце движения небольшое напряжение. Ухо к одному плечу, ухо к другому, плечи натянуты. Локти тянем один к другому. Голова вниз. Сначала направо, потом назад, потом налево, потом вниз. И после того, как голова выйдет вниз, сразу в другую сторону. Чиним полный оборот в одну, потом
легкие, свободные вдоха, выдоха. Улыбаемся, глаза открываем. Дальше по очереди прогибаться так. Вместе со мной руки вынули вверх. Потянули кончики пальцев вверх, потом руки плечи за уши потянуть. И в этом положении, не отрывая пятки, вес тела принесли на носочки. Теперь живот потянули вперед, таз вперед и прогнулись назад на вдохе. Не глубоко, на выдохе вперед. Здесь я пока руками покажу. Посмотрите, здесь таз волнуется вперед, а грудь прогибается. Можно глубоко не прогибаться, главное, чтобы вот эта область была раскрыта. Давайте еще раз. Раз, пока спокойно дышим. Два, три. Носочка, живот, таз. Посмотрели вверх, вдох, прогиб в грудь. И мягкий выдох вниз. Вдох. Прогнулись. Выдох. Значит, 4 раза. Все так неспешно. И мягкий вдох. Следующего выдоха. Глаза закрыть, понаблюдать за телом. Улыбаемся, глаза открываем, двигаемся дальше. Руки, ладошки смотрят одна на другую. Выведите назад. Остались поднять высоко, сильно не раскрывая. Потом плечи прокатили назад, живот вперед, грудь вверх, посмотрели вверх. И постарались руки еще повыше свести вверх и лопатки сделать вместе. Дышать свободно. И убираем движение. Сделать правильно, все очень сильно напрягается. Руки. Раз. Плечи. Таз вперед. Взгляд вверх. Пытаемся поднять повыше. И свести лопатки. К бедрам. И снова. Раз, два. К носочкам. Живот, грудь. Вперед. Теперь попробуем сделать на вдохе. Руки, вдох, плечи. Вдох. Повыше. И выдох вниз. Главное, голову не перезапрокидывайте. Вдох. И выдох. Еще раз вдох. И сильно тянем вверх. И пытаемся свести ладошки. Выдох. И еще раз. Оп. Выдох. И снова. Выдохнули. Глаза закрываем, чувствуем себя. Улыбаемся. Сейчас я вам спиной встану, чтобы вы меня не перепутали. Движение руки. Примерно на линии плечи. Потянули себя за пальцы в сторону, и голова пошла направо. Мы попробовали кончиком верхним ухом дотянуться до плеча. Перевес тела правой ступни, постоянно вытягивая себя за руки в одну линию. Правую чуть вниз, а левую чуть вверх. Посмотрели немножко налево, проверьте, что вот руки одна линия. Не нужно сильно перекашивать вот так вот. И ухом тянемся к правому плечу, мягко дышим.
Сейчас мы выйдем в крайнее положение направо, и она вас посмотрю, кое кого поправлю. Ухо. Тянем. Мягко дышим. Вы остались, я посмотрел. Тык. Ну все правильно. Молодцы. И еще сильнее правую спину вести. Ровненько. Проверьте ноги, ноги вместе важны. В этом смысле. Раз, два, тянем. Ровненько. Руки вниз, плечи вверх назад. Глаза прикрыли, сохраняем осанку, мягко дышим. Улыбаемся, ноги делаем на ширину таза. Сначала левой ногой шагнули, потом так. Проверьте, что ступни у нас подвинут параллельно. Руки. Раз. Тянем все за кончики пальцев. И снова вес тела к правой ступне. И снова голова направо. И чуть наклонили руки. Сильно правую ушимаем. Мягко дышим. А теперь сохраняя натянутость рук, и сжатие правого бока. Вес тела к левой ступне. Ровно. Вес тела к левой ступне. Голова. Тянем. Мягко, ровно дышим. Вправо. Ровно. Руки вниз. И ноги делаем вместе. Подшагнули на одну, подшагнули на другую. Подушки на коленки. Нужно рисовать три кружочка. Последний круг, самый большой. По часовой стрелке. Маленький круг, средний круг, большой круг. Потом средний, потом маленький. Так несколько раз. Постоянно. По часовой стрелке. Тщательно. Руки удобно. Захватываются вокруг коленного сустава. Помним, маленький, средний, широкий, средний, маленький. И чуть лево стоп, чуть право. Ноги на ширине таза, либо чуть шире. Руки на коленке и вращаем наружу колено. Тоже тщательно. Сейчас мы настроимся на восходящий поток силы Земли. Из глубины Земли, из земного ядра, сквозь все тело, от ступней, через ноги, таз,
способность нашего организма и способствует поднятию настроения и самовосприятия. Ну и чтобы это не было пустым звуком, мы улыбнулись, сейчас будем действительно чувствовать восходящий поток Земли. Руки плотные, присед с ровной прямой спиной, пониже, счет до 60. Каждый десятый счет вслух. Раз. Ниже. Это как будто попа на стуле сидит. 10. 20. 30 ниже. 40 ниже, спину назад, 50, медленно. Грудь расправили, глаза закрыли. И чувствуем, как от ног вверх по всему телу распределяются ощущения. И на фоне этих ощущений мы еще раз настраиваемся на восходящий поток силы Земли. И из глубины Земли сквозь все тело через макушку вверх. Улыбаемся, глаза открыли, ноги чуть согнутые, скользим вниз, голову свежим, шею расслабляем. Не обязательно руки коснуться пола, главное здесь, чтобы ноги были немножечко согнуты. Мы начинаем немножко покачиваться, не отрывая ни пятки, ни носки, вперед-назад. Чуть носочком, чуть пяточком. Очнуться назад, выдохнуть, вперед выдохнуть. Задача полностью расслабить плечи и шею. Голову свободно свешивать. Назад выдох, вперед вдох. Влево-вправо, полностью ослабляем плечевой пояс. Вдох, качнуться налево, выдох, качнуться направо. Голова вперед вверх, а потом три кивочка к себе от себя, полностью расслабляя шею. Чуть-чуть вперед, а потом к себе от себя, к себе от себя, к себе от себя. Движение вверх вдох, к себе от себя вдох. Сейчас мы с вами будем медленно-медленно подниматься, прислушайтесь к моим рекомендациям, и мы делаем все правильно. Ноги чуть согнуты, берем себя под коленки, коленки сильнее сгибаем, головой
Вернемся в направлении коленок, попытаясь спину округлить. Дышим спокойно. Упираемся ладошками над коленками, руки полностью выпрямляем, голову свешиваем, шею расслабляем. Голова у нас будет постоянно свешиваться вниз, постоянно. Голову не поднимаем, просто на слух воспринимаем информацию от меня. Руки мягко скользят по бедрам, голова свешивается, корпус пошел вверх. Ноги чуть согнуты, руки на пояс, голова свешивается вниз. Руки пошли на бедра, голову подняли, посмотрели вперед. Плечи вверх-назад, глаза закрыли. И чувствуем свой организм от макушки до ступней. Сейчас от головы отливает кровь, и на фоне этого ощущения мы настраиваемся на то, что над нами потолок, над потолком воздух, небо, и где-то за земной атмосферой находится космос. И вдох из всего этого пространства над нами, а выдох сквозь все тело, сквозь ступни вниз. Тем самым мы настраиваемся на нисходящий поток энергии из космоса сквозь все тело Земли. Это умиротворяет сознание и улучшает биологическую обратную связь в организме мозг-тело. Нашли в себе левую ногу. Вот эту ногу я буду называть левой, чтобы вы так не путали глядя на меня. Но вы левую ногу загрузите, правую поставьте на носочек. И вот такое движение. По идее все на весу. Если тяжело, то можно кончиком пальца касаться. Смотрите перед собой. Дышим произвольно. Глаза закрыли, буквально 2-3 вдоха-выдоха, поощущали, чем правая сторона отличается от левой. Улыбаемся, глаза открываем, загружаем ногу в другую. И, соответственно, работаем. Чувствуем свой организм, чувствуем, что в нем выравнивается правая и левая сторона. Улыбнулись, просто посмотрите, не перенося весь тело с ноги на ногу. Движение резкое. Это одно из немногих резких движений в йоге. Делается вдох через нос и такое складывание. Можете делать не резко, но главное, чтобы руки пошли, и в крайнем движении они вот дошли до своего упора. На вдохе поднимаются, на выдохе через нос идут вниз. Небольшой вдох и на вдохе. Thank you.
улыбнулись, глаза открыли. Сейчас три дыхательных упражнения вместе со мной. Пока на свободном дыхании, ноги чуть согнулись. Руки к себе. Мы словно что-то раздвигаем. Мягко уходим вверх, это будет вдох. Руки чуть согнули, тыльные стороны кисти соединили, мягкий выдох. Руки с легким сопротивлением, словно сквозь загустевший воздух. Вверх. Вдох и вниз, выдох. Ноги работают. Чуть выпрямляются при движении вверх, но не полностью. И чуть сгибаются при движении вниз на выдохе. Еще разочка три. Помимо улучшения работы легких и сердца, это движение гармонизирует так называемый энергетический кокон или наше биополе, находящееся снаружи от нашего тела. После очередного движения, движение поменяется пока на свободном дыхании. Руки не быстро к себе, развернулись, вышли вверх. Медленно на высоту подмышек, слегка отметили и дальше мягко, плавно к себе. Вдох. Выдох. Вдох. Мягко. Вверх, выдох, вдох, мягко, выдох. Значит, насыщаем себя жизненной силой, растворенной в воздухе. Вот это вдох, вверх, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И еще раз. Выдох. Вдох. Выдох. Значит, на свободном дыхании вместе со мной. Первое движение. Раз. Второе движение. Два. И третье движение. То, что мы набрали, мы перемешиваем, лучше усваиваем. Руки. Раз. Вдох. Продолжаем. И мягко выдохнули. Вдох. Вдох. Мягко выдохнули. Вдох. Вдох. Выдох. И вдох. И еще раз. Вдох. Вдох. Выдох. Левая подшагнула, правая подшагнула, ноги вместе. Руки удобно крест-накрест, глаза прикрыть. В теле возникают небольшие покачивания. У кого-то это чуть-чуть, у кого-то сильно. Пятки вместе, носки вместе. Главное здесь не стоять столбом. Позволить телу немножечко попереминаться с пятки на пятку, с носочка на носочек, с одной ступни на другую. Это в очень медленном режиме, словно наше тело стало водорослью. И этой водоросли уютно
приятной температуры в воде. Мягкое-мягкое колебание. Так, все то, что мы этими, в общем-то, несложными, но очень полезными для организма упражнениями вызвали в своем теле, лучше усваивается и воздействует на сознание в сторону его умиротворения и общей благостности. Лицо расслабьте, глаза за закрытыми веками расслабьте, челюсти расслабьте и позвольте телу немножечко произвольным образом попокачиваться. Но единственное, что нужно сохранять себя ступнями на том месте, где вы стоите. Это могут быть легкие колебательные движения. Может быть, тело чуть сильнее начнет колебаться. Так или иначе, все это на пользу. Так наша нервная система восстанавливается, сознание успокаивается, эффект полезных упражнений лучше усваивается нашим телом. Глаза открыли, руки мягко повели, ноги на ширину таза, сильнее согнули, поставили перед собой, отшагнули правой ногой на коленку, левой ногой на коленку. Начинаем работать с внутренними органами позвоночника. Поверьте, что ноги на ширине таза удобно, носочки на себя. Руки на самые кончики пальцев, на самые-самые-самые, на твердые кончики пальцев. Правую ногу отставили назад на основании пальцев. Пальцы твердые. И правый носочек делая острый, ведем бедро в животу и пытаемся коленкой дотянуться до уха. Это на выдохе. На вдохе правый носок ставится основанием пальцев. Смотрим вперед. И так несколько раз. Выдох. Все это плавно. Вдох, посмотрите вперед. Помним, что мы дышим. Дыхание может быть не шумным, но тем не менее оно присутствует. И ноги поднимаем и расставим. Итак, от 5 до 11 раз, когда будет самостоятельно работать. Левая нога на носочке. Будем вперёд. Вдох, посмотрите вперед. Сейчас у нас, когда мы руки поставим на ладошки, сквозь ладошки в плечи пойдут интересные ощущения. Просто их отметьте про себя. Ладошки поставили, плотно прижали, пальцы немножечко растопырили. Обратите внимание, что от ладошек в запястья, в локти, в плечи что-то пошло, напоминающее, быть может, тепло, быть может, покалывание, быть может, что-то именно ваше. Теперь левый носок на себя, правая пятка вертикально, вверх, потолок. И практически то же самое, что мы делаем. Носок острый, группировка. А на вдохе носок на себя, пятка в потолок. Еще несколько раз. Помним, что когда вверх, носок на себя.
после очередного движения достаточно. Ноги на ширине таза, правая рука на линии подбородка. И левая рука словно тягивает тягу и смотрим, мы руку вверх смотрим в сторону левой руки. Протянули себя. Потом мягко вниз. Левая под подбородок и правая вышла. Это вдох. Вниз на выдохе. Дальше можно в своем движении, можно вместе со мной. Главное, что в конце движения все натягивается. Идеальное упражнение для здоровья сердца, легких, позвоночника, внутренних органов. В режиме дыхания. Вниз выдох, вверх вдох. После очередного опускания руки между коленок ширина примерно одной ладошки. Носочки вместе, один к другому. Ягодицы к пяткам. Руки вперед. Голову. Минуту наблюдаем за происходящим в организме. Отмечаем новые ощущения, которые возникают в теле. По сравнению с тем, что были. Мягко дышим. В этом положении остаемся. Еще немножко. От коленок вместе вокруг, ноги на ширине таза, косточки на себя. Руки мимо головы, пальцы вовне. Следующее движение желательно таз высоко не поднимать. Движение вниз, потом в другую сторону, вверх. И все в одну сторону. Вдох вниз, выдох вверх. Улучшение лимфотока в грудном отделе. И в другую сторону. Теперь обе руки именно справа, пальцем смотрят друг на друга. Перенести весь тело к левой коленке, постараться правую руку сжать, посмотрев на правую пятку. И потом поменять местами. Руки слева, пальцы смотрят друг на друга, мимо холка. Весь тело к правой коленке, посмотреть на левую пятку. Главное здесь сжимание бока. Так, меняем. Не спеши. Руки то с одной стороны, то с другой. Оно идет позвоночника, идя внутренних органов в подреберье. Слева это селезенка и поджелудочная, справа плечи, желчный пузырь. То с одной, то с другой. Сильно далеко от колика не отводите. И переносите вес тела по диагонали. Допустим, руки справа, вес тела в левую коленку, смотрим на правую пятку. Руки с другой стороны,
соответствует правой коленке, а не ребенку. Дальше двигаемся. Руки на локте. Высота мячика небольшого тенниса. Условно закатился под диван. И задача потянуться не высоко. Высота именно мячика. И сильно протянуть вверх. К себе. И на уголок.